подающую надежды, как говорят. Очень талантливый человек, на мой взгляд. Ее зовут Настя, фамилия ее Симонова. Настя, выходи. Вот она совсем недавно появилась в Габаре, и уже вот народу нравится. Конечно, у нее много талантов, она и чужие песни поет, но свои она тоже делает неплохо, на мой взгляд. Она сейчас вам споет две своих песни. Послушайте. Очень рада снова оказаться в этом обществе и хочу, наверное, начать с одной из самых любимых песен. Называется она «Underground». Хотела бы исполнить. Называется она «В тебе».